Добрый день, меня зовут Звонарева Ксения, заместитель генерального директора страховой компании «Уралсибстрахование». На самом деле, на текущий момент, с точки зрения регулирования, после вступления в действие требований Центрального банка по внедрению памятки для клиентов, после внедрения стандартов ОСС, значимость таких мероприятий она только больше повышается, потому что у нас сейчас пока есть трехсторонние разорные взаимоотношения. Взаимоотношения банков с Центральным банком, наши взаимоотношения с ОСС, но нам нужны совместные площадки, где мы сможем обсудить совместные проблемы. Собственно, проблема, которая сегодня здесь обсуждалась, это проблема борьбы с неселлингом. Это проблема всех участников. И отлично, что мы сегодня эту тему затронули. Есть реальные шаги, которые принимают банки, коллеги поделились своим опытом. Есть реальный опыт, который используют страховщики. И в том числе ВСС пришел с активной позиции, рассказал, как мы еще будем двигаться с точки зрения устранения этой проблемы.